Компания Coffee Love приглашает вас ознакомиться с обзором нашей новейшей линейки кофеин самообслуживания, которые вы можете заказать у нас. Мы предлагаем 4 различных вида стоек и расскажем вам об их основных преимуществах и различиях. Наши кофейни самообслуживания представляют инновационное решение в сфере общественного питания формата Coffee to Go, которое позволяет получить качественный напиток быстро и по доступной цене. Если вы цените свое время и хотите попробовать свои силы в бизнесе, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Все модели выполнены в единой цветовой гамме. Сочетание черного и оттенков натурального цвета массива дерева, дополненные декоративными элементами, придающие стойке стильный и современный внешний вид. Корпуса стоек изготовлены из высокопрочного LDSP Egger, что позволяет им оставаться в неизменном виде долгие годы. Столешница выполнена из влагостойкого компакт-ламината с уникальным защитным покрытием HPL, который защищает от царапин и механических повреждений. Органайзеры для расходников выполнены из легкомоющего ПВХ-пластика, что позволяет не тратить много времени на их очистку. Во всех наших версиях кофеин представлены кофемашины от компании Livending модели LE307. Наша компания является официальным дилером и сервисным центром Livending. Совместно с производителем мы разработали уникальный дизайн и интуитивно понятный интерфейс кофемашин для российского потребителя. Данный интерфейс позволяет легко настроить машину по вашим предпочтениям, а клиенту не даст запутаться в инструкции. Видеообзоры кофемашины и интерфейса представлены на нашем YouTube-канале coffeelove.ru. Оплата напитков производится благодаря установленному картридеру путем считывания банковской карты или списания средств через QR-код. Отдельно отметим вместимость стойки. Ее размер 1,25 м на 65 см позволяет хранить до 3 бутылей воды и комфортный запас ингредиентов внутри. А клиентам будет удобно готовить напитки на большой рабочей поверхности. Стойка также оснащена Wi-Fi камерой с функцией записи, что позволяет осуществлять видеонаблюдение и обеспечивает дополнительную безопасность и контроль. Различные декоративные элементы дополняют эстетический вид, привлекают внимание и способствуют созданию приятной атмосферы для клиентов. Компания Coffee Love развивает собственную сеть кофеен самообслуживания, которая насчитывает 43 точки в Санкт-Петербурге. В наших новых стойках мы исправили все недочеты предыдущих версий, в основном связанных с вандализмом, воровством и долгим временем обслуживания. Теперь перейдем к особенностям и различиям данных моделей. Первая модель – CL Comfort, наиболее бюджетный вариант кофейни. Это улучшенная версия стоек предыдущего поколения. Органайзеры для расходников, ингредиентов и сиропов здесь находятся на самой стойке. На ней установлено 2 вместительных диспенсера для неавтоматической выдачи стаканчиков по 250 и 350 мл. Хоть данная модель и не оснащена антивандальными механизмами, ее привлекательный дизайн и надежность делают LE Comfort прекрасным выбором для мест, где сохранность ингредиентов не является важным критерием. Такая стойка подойдет для установки в бизнес-центрах, коворкингах, различных мест предоставления услуг, от медицинских учреждений до обслуживания автомобилей. Давайте перейдем ко второму виду кофеин самообслуживания. Второй вид кофеин самообслуживания, представленных в линейке, это CL Pro 1.0. Отличается от LE Comfort наличием системы автоматической выдачи стаканов на 5 туб вместимостью 250 стаканов, что позволяет загружать стаканы не чаще, чем один раз в неделю. Датчик, расположенный в нижней части диспенсера, не даст кофемашине пролить напиток мимо, если стакан не будет установлен на поддон по причине неисправности механизма. Система вернет денежные средства клиенту, а онлайн-телеметрия моментально оповестит вас о наличии неисправности. Автоматический диспенсер разработан компанией Livending и адаптирован к стойке нашими техническими специалистами.
Следующим преимуществом данной стойки стала сиропная станция, которая вмещает в себя 3 бутыли сиропа. Она исключает возможность перерасхода сиропов, так как активация происходит только после оплаты напитка. Сиропная станция легко моется, в ней минимизированы протекания сиропов на столешницу, что также сократит время на обслуживание аппарата и дольше сохранит презентабельный вид кофейни. А теперь перейдем к самому главному, к нашим флагманским стойкам CL Pro 2.0 и CL 2.1. Обе модели оснащены диспенсером для автоматической выдачи стаканов и датчиками обнаружения стаканов, что были описаны в версии CL Pro 1.0. Различия между моделями заключаются только в органайзере для 3 сиропов в одной версии и автоматической сиропной станции в другой. Кроме того, стойки имеют выдвижной ящик с отсеками для трубочек, сахара и размешивателей, что позволяет увеличить возможность хранения и минимизировать потери данных расходных материалов. Благодаря своему стильному дизайну и прочной конструкции, эти стойки будут отличным дополнением для любого интерьера и поможет создать атмосферу уюта и комфорта. Они идеально впишутся в любую концепцию интерьера и будут являться привлекательным элементом для ваших клиентов. Итак, мы рассмотрели 4 различных вида кофеен самообслуживания и выяснили их основные различия. Выбор за вами. Наши кофейни самообслуживания – это современное и стильное решение в сфере общественного питания для вашего бизнеса. Позволяет получить качественный кофе быстро, удобно и по доступной цене. Если вы хотите бизнес, цените свое время и деньги, то приглашаем вас стать нашим партнером. По вопросам приобретения вы можете связаться с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте coffeelove.ru. Благодарим вас за просмотр!